Несколько акций ко Всемирному дню борьбы со СПИДом прошли в Одессе. На Думской площади, а также возле железнодорожного вокзала. Возле мэрии и ЖД работали выездные амбулатории, в которых можно было сдать анализы на ВИЧ, гепатит и сифилис. Первыми проверились депутаты, а также глава департамента здравоохранения Левон Никогасян. На сегодняшний день на учете в нашем центре ВИЧ-инфекции СПИДа состоит приблизительно 7500 людей. Но надо не забывать, что открылись частные центры, в которых тоже могут состоять на учете. По нашим данным, в частных центрах еще около 1500. Медики уверены, одесситам нужно не бояться быть взрослыми и проверять свое здоровье, ведь чем раньше они узнают о диагнозе, тем проще будет лечение. Кроме того, в Одесской службе общественного здоровья подчеркивают, что ВИЧ, который считали чумой прошлого века, в 21-м не является неизлечимой болезнью. Перш за все, треба зрозуміти, що на сьогоднішній день ВІЛ – це більше не є невиліковною смертельною хворобою. На жаль, ми дійсно поки що не можемо повністю видалити ВІЛ з організму людини, проте на сьогоднішній день завдяки терапії ВІЛ перейшов в таку форму хронічного захворювання, ну і, наприклад, як цукровий діабет. Людині потрібно просто приймати щодня одну таблетку, і вона себе буде почувати абсолютно нормально, її організм не буде руйнуватися, більш того, вона не зможе заражати інших людей. Специалисты также напоминают, что все анализы, обследования, лечения на СПИД-ВИЧ осуществляются за счет государства. Ваша задача – лишь раз в год систематически проходить обследование. Все анализы узкие, они бесплатные, это очень важно. Анализы, которые показывают наличие клеток иммунитета, анализы, которые показывают, сколько вируса ВИЧ в организме, и также ряд других анализов бесплатно. Таблетки, которые надо принимать ВИЧ-позитивным людям пожизненно, также выдаются бесплатно. Эти препараты важно принимать каждый день, четко по времени эти препараты бесплатные. Одесситы сознаются, что в таких выездных амбулаториях сдавать анализы проще и гораздо удобнее. Нет огромных очередей, все проходит на улице. Удобно прийти, ну, вот в такие пункты, например, потому что это быстро, не надо там долго стоять в очередях, но это бесплатно. Мне кажется, это замечательная программа, это надо делать регулярно, раз в год у нас большое количество заболевших людей, которые просто даже не подозревают об этом. Я стараюсь проверяться каждый год.